laughing when you tried within the pride. Your trends so fancy and handy on the surface. But damn, my friend, underneath it's all a mess. Now what the hell is happening? Not for the hair on the average. And without all my time fades away, like a diamond in the rapid in the happy grin. But what would happen if I did? Ассистенты? Ассистенты готовы. В боевом настрое. Сделаем все в лучшем виде, как всегда. Чемпионат России, Москва. Так, и вот как раз Ангелина в кадр вошла. Будет вообще класс. Я не смотрел выступление вашей категории, 66-й тоже, я был на работе, смотрел немножко по трансляции и очень удивился, когда увидел, что ты выступаешь без экипировки. Так как мы с Максимом Михайловым работаем, сотрудничаем по рекламе СБД, первая мысль – это то, что трико СБД и наколенники, они настолько много добавляют, что как бы экипировка не нужна. Ну, это на самом деле так, потому что я тоже немного работаю с Максимом, и поэтому это действительно так. Сиенко без экипа. Но на самом деле, какая причина в этом? Пока нет полноценных международных соревнований, именно в экипировке не вижу смысла тренироваться. То есть это твой, как сказать, демарш, бойкот? Ну, самому себе, да, наверное. То есть я, конечно, если бы были там более серьезные соперники, да, мне бы пришлось бы это просто сделать, потом как проигрывать, я бы не стал. Но когда посмотрел номинацию, я понял, что, в принципе, мне... Что ребята еще пока не доросли. Ну, как бы, да. Получается, что ты не уступаешь в экипировке и даже в ней не тренируешься уже? Ну, я майки иногда жму, вот готовился сюда, немножко в майке жал, ну, совсем чуть-чуть, раз в две недели. А комбез уже не помню, когда не одевал. Ну, с прошлого чемпионата России, наверное, вот год уже прошел. Ну, мне кажется, ты особо не расстраиваешься тому факту, что не надо тренироваться в экипе. Да я даже рад. То есть, то, что сделало тебя известным легендарным спортсменом, ты как бы, тебе не нравится это дело? Не то, что не нравится, это, во-первых, морально тяжело лично для меня готовиться в экипировке. В классике мне проще. Но если станет вопрос, что нужно готовиться в форме, я наверстаю все это упущенное там за 2 месяца и буду в форме. За 2 месяца, да? Да. 4-5 раз комбез одену и буду в строю. Я как бы понимаю, что сложно готовиться в 2 дисциплинах одновременно. Вот. Но раньше мне приходилось это делать, и я как бы терпел. А сейчас я как бы понимаю, что международных выездов пока нет, и зачем мне это выгорание на данный момент. Я лучше пережду и спокойно буду готовиться в классике. Присесть! Судьи немножко внесли свои там коррективы. Я планировал 20-30-40, в итоге 20-30 не засчитали, пришлось идти 32. То есть тебя душили судьи? Это как-то у нас так принято, вот когда я выступаю в России, как-то вот так не считать, так прям это за радость. Бей посещение своих, чтоб чужие боялись. Типа того. Когда еду на международные соревнования, всегда 3-0. А на России вот эта свистопляска с этими 2-1, туда-сюда. Причем ты пока не понимаешь, кто именно из судей тебя душит. Потому что душат все. Да, в том-то и дело. Это какой-то всемирный заговор. Всероссийский заговор. Судей куда? На мыло? Если это будет на их совесть. Я потом им видео покажу, просто посмотрим. Все нормально. Весь сегодняшний программ называется Анатолий Леонов, а сейчас будет пока по раз в крае. Так вот за минуту, блин, надо деньги с собой, куда их сюда?
заседаниях твой эксперимент работать без наколенников, он дает свои плоды? Ну, он давал до этих соревнований. Вот, то есть там все было, я от соревнования до соревнования прибавлял. Ну, а что касается наколенников, получается, что ты какой-то получил профит от этого, да? А за счет чего, как ты думаешь? Ну, все равно наколенники, они прибавку ведь дают, это же бесспорно. А когда ты привыкаешь работать с голыми коленями, доходишь до определенного результата и потом их одеваешь, то прибавка сразу явная. Причем привыкать так к этому не нужно, как там бинтам, к комбезу. И, ну, мне кажется, это работает. А ты заметил, насколько сильно упали твои рабочие веса, когда ты убрал наколенники? Помнишь? Да килограмм на 10, наверное, но это быстро вернулось. То есть там прошло месяца полтора, и я вернул эти результаты. А как ты считаешь, сколько тебе наколенники добавляют, если вот попробовать на раз? Ну, я думаю, если вот в одних и тех же условиях, да, там, например, не без гонки веса, а вот я думаю, что килограмм 15. По моему ощущению, да. Ну, это еще зависит от того, какого объема ноги, да? То есть можно там оттолкнуться внизу или нет? Ну, конечно, от стиля, наверное, зависит приседание. У меня нет такого, я там, грубо говоря, задницей об пятки не бью. Вот, наверное, в моем случае это будет меньше прибавка. А в чьем-то, ну, то есть чем выше вес собственный, тем больше, ну, можно, да, дать прибавку, ну, там будет чем оттолкнуться просто. Стабильно, каждые два года замена. Смотрим. По выступлению сейчас с температурой слег за неделю до соревнований. Там 38-38,7 скакало. На приседе зрителям будет страшно? Смотрите. А сколько грим жесткий будет? Хорошо. Я сейчас мягче комбез взял, должен быть намного лучше. Вчера меня не было на соревнованиях, там снимала Женя Чижевская, за что и спасибо. Она спросила перед приседаниями, говорит, нам будет страшно за тебя на приседаниях? Я смотрел трансляцию, было страшно. То есть вот это твой отход фирменный, ты нормально себя чувствуешь, когда отходишь? Потому что... Честно говоря, нет. А может быть, чуть тогда сузить постановку или не получается? Так а проблема в том, что мне бедро куда девать? Это первое, а второе... Нет. Но она очень широкая постановка. И поэтому сложно не только отойти, но еще расставиться. Дим, да? В Екатеринбурге я ставил ноги уже, как ты помнишь. А в Суздале, кстати, постановка была намного уже, но там я сильно разводил носки, к сожалению, травмоопасно достаточно. То есть вот такой вот разворот носков, ну, ни к чему хорошему меня не приводил. Я сейчас работаю над этим, подбираю оптимальную технику. Ну, пока что вроде как на верном пути. Опять же, само движение мне нравится достаточно, ну, нравится намного больше, чем то, которое было до этого. То есть в техническом плане я считаю, что все нормально. Ну, вставать, да, тебе намного легче, чем отходить, да? Вставать легче. Ну, в экипировке, да. То есть вес 335 для тебя, в принципе, небольшой. Ну, что на Содружестве нации, что на сборах я 350 отходил, приседал, и как бы нормально. Но 35, по идее, да, но, опять же, тут зависит от жесткости грифа, от всего остального. Ну и плюс, конечно же, болезнь срубила, а так, конечно, ну, 35, ну да, небольшой вес. Как я написал в комментариях, что с монолифтом было бы поинтереснее, да, гораздо? Здесь на этих стойках теряешь очень много энергии. Иди сюда! Обычный перегруз связок. Ничего. Ну да, ну и поэтому... Пришлось тебя выносить.
Ну, чуть, да, ноги. Представляете, тяжело-то было. И тем не менее, к третьему подходу ты успел восстановиться. А что делать? Тут вариантов не оставалось. Если есть шанс победить, то надо работать до талого. Присел первым подходом на зубах, потому что 260 уже защемило спину. Отходил уже, думал, что вообще просто не буду садиться, потому что было, мягко говоря, некомфортно. Все, сел с ровной спиной, встал. Отказались от двух последних подходов. Нажим пойдет? Нет, конечно, будет. Пойдет, конечно. Мы просто поберегли его. У него есть, ну, проблемы. А участвовать-то будет 100%. Что с мотивацией? Мотивация не очень, но пока тренироваться. Но пока тренироваться без травм. Ты уже как бы на этапе завершения карьеры или нет? Спортивной. Если ничего не будет болеть, то еще поподнимаем. Поднимаешь? В жиме ты только один подход, мне кажется, да, сделал, один, да? Подход, а что, из-за лавки? Из-за лавки, то есть, ну, тут, как бы, я даже уже представлял, какой будет результат, потому что дома я эти 150 на 5 раз, как бы, спокойно жал, там, в 3 подходах, а тут закончил ими, ну, ими же и начал. Да, я не могу на этой лавке, вот эта лейка, новая лавка, я просто не понимаю, как на ней жать. Не знаю даже, что. Слушай, а может, потому что просто у тебя небольшой вес, и ты ее не сильно продавливаешь? Я ее вообще не продавливаю. У меня такое ощущение, я лежу на дереве на каком-то. То есть я ни лопатки не могу не свести, у меня амплитуда там сантиметров на 10 больше получается. То есть обычно лавка принимает на себя бревна, деревья, а тут наоборот. Произошло. То есть, а у тебя нет такой лавки в Новосибирске? У меня нет, но как бы и редко где они сейчас используются вообще на соревнованиях. То есть, наверное, только в Москве. Вот я вот сколько ездил в последнее время, там и чемпионат России, Кубок России, там международные соревнования. Там везде лейка старой модификации, они комфортные, все нормально там. Да, короче, что-то там набедокурили дизайнеры, и пока сложно это исправить. Ну, кому-то все равно. Ну, хотя так по отзывам я от многих слышал, что, ну, крайне тяжело с ней совладать. Многие говорят, что отрыв таза сразу, то есть чуть-чуть напряг, там, ягодицы, ногами уперся, сразу отрыв таза. Лавка не нравится тебе? Ну, знаешь, момент не то, что не нравится, к ней нужно прирабатываться. Тут, опять же, проблема в том, что на ней тренироваться не получается. У нас есть похожая лавка производства деревянка. Но, опять же, понятно, это не идеальная альтернатива. Решением жюри подход моего незащитника. Мастер спорта России международного класса, представитель Калужской области. Так.
вес, к сожалению, нельзя. Проблема большая, мы опять имеем проблему, то, что на помосте один лежак, скамья, даже здесь другие. Вот. Он к среднему подходу только понял, куда надо там ее пулять. Вот и все. Но если бы хотя бы здесь, на разминке, такой же лежак идентичный был бы, предыдущий лейка, он был более понятен, да, диалог полностью содрали со старого лейка. Мы понимаем, мы разминаемся, выходим, те же самые вектора, та же самая скамья, та же самая ширина, высота, все. А здесь ножки чуть по-другому встали, все, вектора уже не те. Так! Жим! Стой! Стали! Большой! Два к одному, вес сзади. Технически перерыв 10 минут, системно приготовить помост для упражнения. Ты доволен своим местом, которое ты занял? Или не очень? В целом за вторым местом ездили. Да? То есть ты понимал, что первого не будет? Да, потому что после СФО потянули бедро, начали ставить ноги уже, и на разминке стрельнула старая травма. Позвоночник, поясничный отдел. Сначала вот с Серегой Шевцовым поговорили, теперь с тобой. А мне кажется, тут у каждого первого, да, плюс-минус спина в тонусе. Если они не говорят, они просто обманывают, да? Они просто морщатся от боли. Если ты видишь, да, легкую боль на лице, то это спина. Насечка как была? Насечка хорошая. Сегодня, вернее, вчера выступал. Обычно у меня лимитирующий фактор хват всегда. А здесь хват-то вроде был нормальный, вообще никаких позывов на выпадывание не было. Но сил не было. Ну, так вот бывает. Не все совпадает. Тяги вроде бы с хватом у тебя уже стало получаться, да? Тут я выясню несколько особенностей, которые дальше буду усовершенствовать и надеюсь, что с хватом уже разберусь окончательно. Ну, а подробнее? Да, это долго объяснять на самом деле. Да? Ну, если коротко? Ну, момент такой. Элементарно нужно под каждый гриф с каждой насечкой выбирать как бы свою технику. Ну, и просто это нужно... Я считаю, немножко более ответственно подходить в этом плане, то, что смотреть гриф на помосте и уже адаптировать под него технику индивидуально. Под конкретный старт, под конкретный гриф. Вчера, когда писал там небольшую заметку, зашел в рекорды, посмотрел, что 908 килограмм у Ярослава Олиха. Да. Ты наверняка тоже об этом знаешь и целишь туда, да? А я же на Содружестве нации, когда ходил 310, дотянул, но вот назад упал, я же 910 должен был собрать. Я же специально пошел как раз, чтобы рекорд Олиха снять в сумме. Ну, неофициально как бы, но тем не менее, такой как принципиальный момент. Рекорд России, но, к сожалению, только 4 удачных подхода. То есть были какие-то нюансы у твоего выступления, о которых ты нам расскажешь? Ну, нюансов на самом деле много. Первое – это болезнь, которая, к сожалению, струбила. То есть это температура, ну и в принципе состояние не очень было.
Ну и, к сожалению, подготовка получилась немножко не идеальная. После того, как на Содружестве нации комбез, к сожалению, порвался, пришлось брать новый. Вот, ну и взяли помягче, чтобы как бы стабильнее работать. Проще досаживаться было, проще отходить за счет того, что вес поменьше. Ну и пришлось к нему прирабатываться. Ну и, как я сказал, болезнь, температура там с 38 до 39 скакала там. Это был обычный грипп, ОРВИ или что-то? Что-то модное? Не знаю, честно говоря, благо, что выздоровел, а так особо не углублялся в эту тему. И сколько ты болел, и когда ты встал на ноги? За 2 недели до соревнований слег, встал буквально вот 4 дня назад. Сделал разминку, как бы, и все. То, что наработал, то и, как бы, то и осталось, тем и приехал, да? Ну, не знаю, сохранилось или что, то, что из этого работы, потому что обычно, опять же, по весу у меня вес упал, непонятно. Так в 74 мне не особо комфортно сидеть, легко прям держится, а тут вес упал до 72,5. Ну и что делать? Ну, благо, после, как бы, как болезнь закончилась, там, все нормально, вес восстановил, но, опять же, естественно, от него толку особо не было. Ну что ты все снимаешь, а? Оп, даю, держи! Длинно, Женя! На пятки! Все, спокойно, Жень, спокойно! Подкат, быстро! Немного поднял. А почему? Ой, готовиться надо. Тренировался. Были семейные проблемы, обстоятельства, которые не позволили полноценно подготовиться и на каждую тренировку выходить эмоционально. Поэтому был пустой, подготовка была такая. Ну и само выступление было не очень такое удачное. Само по себе выступление было неудачное. На первом подходе остался, начинал немного, 310, второй 330 присел, вроде не тяжело, но судьи не засчитали, а третий болтанул, и она у меня упала. Ты очень хорошо выступил, там поднял свой лучший результат за последние годы, даже рекорд это. Да, там в Туле движение было хорошее, подготовка была хорошая, тренировался, собрал тогда 935 в сумме троеборье, новый рекорд России, был заряжен, был готов, а в эту подготовку физически-то сила была, а эмоционально... Выгорел. Да. Я напомню, у нас
нашим телезрителям, что у Евгения четверо детей. И вот, жена. Без жены бы не было четверо детей. Ну да, один-то не родишь. Отсылка к тому, что когда большая у тебя есть семья, когда есть семья, тренироваться не всегда получается. Тренироваться получается, хорошо тренироваться не получается. То есть зал тренировки не пропускал. То есть все равно бывало такое, что там, не знаю, там детей спать уложил, в час ночи только там 12 приезжаешь на тренировку, чтобы чуть-чуть потренироваться, пока дети спят. Ну, много чего было, поэтому... А тут еще можно сделать такой вывод, что если вы не женаты, нет детей, то поторопитесь поднимать штангу, да? Ну, это да. Тут все равно нужно перейти такой вот рубеж, когда вот студентам гораздо легче, ни завод, ни хлопот, считай, дома все хорошо, там спокойно тренируешься, получаешь удовольствие и, ну, есть результат. Когда начинается семья, начинается определенная ответственность, взрослая жизнь, работа, рабочие моменты. То есть это все равно все скапливается. И находить время для того, чтобы тренироваться и в полноценную силу, уже гораздо сложнее. Все-таки, ну, мы там, не знаю, там, до 2-3 ночи тренируемся, а в 7 утра просыпаемся, чтобы потом на работу идти. Это что же такие моменты? А тебе же уже под 40. Да? Ну, 38 в этом году. Еще 2 года и ветеран. Поэтому, ну, и к туре так же, как готовился. Но тур эмоционально был готов, поэтому поднимали. А здесь... Высоков заканчивает с результатом 290 килограмм. На помощь приглашает Владислав Шаренко, мастер спорта международного класса, Москва. Давай работай! Спокойно, выход! Стоишь? Закрепился! Мощно работать! Вес 2-1 не защита. 375 Зарткина. Влад, как ты прокомментируешь приседания свои и то, что с ним произошло? Неожиданно, отвратительно и неприятно. Отвратительно что было именно? Ну, приседания были отвратительные. Твои приседания? Да. А почему так получилось? Новый комбез. Пробовали. Не там, где надо, надо было пораньше попробовать. Ситуация повторилась 5-летней давности. В 2018 году я тоже забаранил в новом комбезе. На помощь приглашает Владислав Шакетов, мастер спорта. Стоять! На судью! Разбор! Дави, 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 дави! Вес взят. 345 для Степана. Шакетов заканчивает с
Дома не надо. Блядь, не качался, ничего, понимаешь? Винт надо снимать. Надо было, ну, может, больше на самом деле стоять раньше. Ебать мне на палец не стоит. Да, камень не рубит. Который врастает ноготь. Внимание! Повышение жюри. Третий подход Владислав Шайбекова не засчитан. Владислав заканчивает приседание своего подхода. Ты согласен с решением жюри? Ну, жюри не спорим. Жюри не спорят? Жюри не спорят. Я бы так не сделал. Ну, странно, что было три белых. Да, три белых. И в правилах написано, кстати. А тут сказали, что нельзя отменять. Да, могут отменять все. Если, ну, видать, хочется, то свои можно. Рычаги есть, какие-то давления, скорее всего. Может, они хотят сделать тебя лучше? 100% я замотивировал еще больше. Ты в курсе, что ты похож на комика Орлова? Да, мне говорили. Говорили? Да. И он тоже сейчас ходит с брекетами. Да. Может, да, они теперь перепутали с Орловым? Может быть. Тот матерится просто очень много. Нас... И решили тебя наказать. Нас много похожего. Потому что ситуация пиздец, да? Да я в ахуе, честно. Извиняюсь. Чего ты решил не выходить на жим и тягу? Во-первых, здесь малых медалей, как я понял, нет. Во-вторых, да ну нахуя уже все. Хотел показать настоящий класс. Так был просто класс, но не настоящий. Вот так. Надо было не просто класс показывать, а международный класс. Так шли к этому международному классу. Следующий турнир какой? Ну, ближайший крупный турнир, что там, международный турнир, если возьмут. Либо Кубок России, либо международный у нас в России будет. Международный, я имею в виду, в Беларуси, который ближайший. Mm-hmm. Буду на него готовиться, показывать супер классный международный. А что придется изменить в своей тренировке, в экипировке или ничего не надо? Больше поработать в экипировочном, в соревновательном комбезе. И тогда все нормально будет. То есть до этого на этот старт ты готовился мало? Поработал в соревновательном комбезе я тренировался 3 раза. И вот так вот. А как чувствуется вообще, вот ты когда приседал, ты глубину чувствовал? В том-то и дело, что глубину не чувствовал, просто садился, как-то на ощущение вставал. Она легкая была, самое главное, что как будто надо было 40 начинать. Она легкая была, как будто что-то не хватало и все по глубине. Ну, как говорится, это дно, от которого нужно отталкиваться. Да, но не нащупано. Все будет нормально. Интересное, вот из тебя жюри сделали труп, а Русада решили этот труп попинать еще. Да. Взяли на контроль тебя. Взяли на контроль, я пошел писить. Написал 65 миллилитров, а надо было 90. Сказали, иди еще погуляй, приходи еще. Мы хотим посмотреть твою писью еще раз. То есть они считают, что ты специально забаранил? Да, скорее всего. Сговор был жюри, забаранил тебя. Да, как я у них спросил, почему меня не говорят. Указания дали, надо брать у вас. Это первый раз ты сдаешь или нет? Нет, я в пуле стою, ко мне домой ездят в гости. Как бы я не знаю, почему. Меня постоянно берут. Подозрительно, видать. Орлов не может шутить и поднимать сразу. Твоя фера не пройдет. Забаранил специально, все равно иди сюда. Да? Эй, Степанов, мастер спорта. Красноярск, Москва. На самом деле, не сильно доволен своей победой. Победу это назвать нельзя, просто пришел и поднял. Вот. Один соперник без формы приехал, второй просто забаранился на приседе, и уже к жиму я был без соперников. Вот. Рад, что просто хорошо выступил, поднял хорошую сумму, вот. Обновил юниорский рекорд в сумме на 20 килограмм. Вот. Я считаю, для юниора 900 это вполне приличный результат. Вот. А так, в целом, считаю, что не нужно было протестовать против третьего подхода Влада. Надо было дать ему бороться дальше. Вот. В жиме и в тяге я бы показал другие цифры. И в борьбе это было бы намного круче и интереснее. Первым подходом пошли 320. Сел хорошо, встал тоже уверенно. Давно так глубоко не садился на своих соревнованиях. Вот. Вторым подходом пошли 335,
Вот, сел хорошо, досел, а вот начал вставать и немного колени за носки вывел. Но встал тоже хорошо. Вот. Третьим подходом пошли 45, и та же техническая ошибка. Немножко колени вперед вывалил и немножко не досел, поэтому одна красная оценка от бокового судьи была. Но встал нормально. Думаю, 350 или 352 было бы зачет. Что касается жима, пожал тоже хорошо. 230 и 245 довольно-таки легко, уверенно было. Третьим подходом пошли 255, хотя на тот момент я хотел идти 257,5, чтобы обновить рекорд в жиме лежа, который принадлежит Владу Шайбекову, но тренер сделал все правильно в итоге. Вот, перестраховался и пошли 255. Спокойно, посмотри, чтобы мокро не было. Нет! Что делаешь? В тяге немножко не по плану все пошло, потому что первый-второй подход я закосячил. Не знаю, как это объяснить, и у меня второй раз такая ошибка произошла на тяге. Вытянул первый подход, и она как будто слишком легкая, что ли, оказалась. И меня обратно просто вернуло. Не смог ее удержать из-за скорости. Во втором подходе точно так же, но его не засчитали, хотя первый засчитали. Хотя, на мой взгляд, первый подход нельзя было считать мой. Вот опустил раньше команды и не удержал ее вверху в одном положении. Вот. На третий подход вышел, собрался, хорошо потянул. Легко это на видео было, а мне там было тяжело на самом деле. На видео всегда кажется легче. Какой-то был всплеск такой, подъем сил очень сильный именно в зале. Ну вот этот пик мы прошли именно в зале, но не успели просто довосстановиться. И как бы просто меня на самом деле на 360 даже отходил, когда мне давай колбасить. И просто так тайхануло. Может, гриф просто был мягкий? И помост мягкий был, на самом деле, как бы отходишь, и, ну, только это не мое мнение, многие сказали, что просто помост мягкий. Там даже фанеру потом, по-моему, положили, ну, особо не помогло, когда отходишь. Ну, по видео, думаю, видно, там будет, как притрясло, даже на 75 уже там очень сильно. Если подошел Игорь Владимирович, сказал, что лучше на третий не выходить. Может, не надо, да? Ну, лучше натягивать, очень корявый. Отказывайся, да? Отказывайся, не надо, тебе так не надо. Не дай бог, что травм будет. Лучше натягивать. За вами приглашается Максим Кутаун, мастер спорта, Мурманская область. На вопрос приглашается Дмитрий Ильзакин, заслуженный мастер спорта, Москва. Yeah!
Шаховский Луч начинает третий раунд. Вес спортсмена не покорился. На жиме лежа. Вот ты давно уже, вот 290 танцуешь, да? Не получается пока туда лучше добраться. Ну да, хотя, ну, в зале, да, я подходил даже на 300 с небольшого брусочка, где-то сантиметрового. Ну, опять же, нужно понимать, что в зале ты приходишь и делаешь отдельно движение, допустим, жим лежа. Здесь ты делаешь после приседания, когда все равно штанга на плечах и руки выламывает немножечко, потому что идет нагрузка. И опять же, времени тут дают 20 минут, как бы. Но если перестроить тренировочный процесс, перестроить и делать жим после приседания, смоделировать соревнования. В зале? Да. Либо полтора часа и не минуты больше. Да, да, по полтора часа, не больше. Понятно. Но вообще можно сказать, что 300 килограмм – это какая-то психологическая такая отметка, и именно она тебя давит? Что? Нет. А что мешает, да, что мешает подобраться к этому весу? Ну, этот раз, еще раз повторюсь, просто мы перетренировались в зале. Подходили на большие веса, на самом деле, и был пик такой, он прошел, и просто не успели восстановиться. На самом деле не успели, потому что, ну, мы уже, потому что по последним тренировкам, даже вот по 350 на 2, где ты видел, что типа легко, но на самом деле это было очень нелегко. Да, вылетел там, попал в движение как надо, ну, просто не успели восстановиться. Вот, тут другого объяснения просто нету. Лавка тебе мешала сегодня или нет, или ты уже привык к ней? Лавка, она очень жесткая на самом деле здесь. Ну, это все понимают, в принципе, что да, у нас как бы в зале она все равно маленько другая. И помягче. И как бы легче было в зале у нас обтягиваться. Здесь как бы сложно. Еще, опять же, нажиме сейчас влияет, что раньше можно было ставить ноги, можно было обтянуться и сделать мост такой, как тебе нужно. Вот эти даже там какие-то сантиметры, просто чтобы свести лопатки. Здесь этого сейчас, ну, не хватает, прям маленько. Конечно, перестроились немножко, но все равно нужно времени, чтобы привыкнуть к этому и нарабатывать, скажем так, веса дальше. Вес снят. Опять же, это сказывается, что в зале очень много тянули, пускай даже там за 3 недели, но тем не менее времени не хватило, чтобы восстановиться. Понесло вас на эмоциях, да? И вы там перепахали? Да, да, прям думали, что такой пик. Если бы он, конечно, этот пик попал на старт, то я думаю, сумма была бы, ну, по крайней мере, рекордная. Ну, что получилось, то получилось, как бы. Как правило, задача же выполнена – выиграть первое место, ну и пока я первый иду в абсолютном зачете. Ну, насколько для тебя это важно, выступать именно на чемпионате мира или его? Да, конечно, важно, да, нет, конечно, хотелось бы, потому что там основные соперники, там есть азарт, есть интерес. И опять же тот же стимул поднимать больше. И на самих соревнованиях опять адреналина гораздо больше, на самом деле, когда у тебя есть соперники и есть с кем. Здесь у нас, по сути, ну, ты борешься сам собой, со штангой. Высоко. Я на плечо, я на плечо. Все. 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 Все.
Мне говорят, ты глубоко садишься. Сейчас был, идеально. Да, с идеальным, да. Не, ну ты сбоку и спереди, ты очень красивый. Я понимаю, что по книжке, наверное, книжку держали, и там вот как должно быть, бедро должно опуститься, и логарифмическая линейка была, как минимум. Ты хочешь подать, он шутковато судили, да? Ну не дали шанса вообще борьбы. Сегодня в моей категории не дали возможность побороться. В приседе. С таким судейством не дали побороться. Потому что условия были не на нашей стороне. А третий подход почему ты решил? А потому что если будет как второй с такими остановками и плюс 40, ну, меня как того индюка воткнуть в землю, в пол и главное хвост. Ну, значит, придется тянуть 400 сегодня. Нет, я буду спокойно собирать, вот и все. Просто будем собирать спокойно. И сейчас твой любимый жим, да? Да. Сергей Машуцов сам надел майку. Да. Сам. Она уже готова или надо еще протянуть? Уже все, нет, уже все. Уже готова, можно на помост. И разминочный подход тоже сделал уже. И низко работаем! Неудачный подход. Одним предложением скажу. Как готовился, какая подготовка, такое выступление. Это первый старт, когда мы готовились с Александром Родионовым не вместе. И поэтому не было понимания, не было наработки в экипировке. Непонятно было форма именно в килограммах, какая получится, потому что силы были, а технического исполнения не наработано. Подход не был засчитан. Второй подход снова 350. Там уже довольно глубоко сел. Я посчитаю, меня аж там поломало пополам внизу. Но подход был удачный. Ну и третий подход так просто плюс 10 накинули, 360. Неудачно. А? Неудачно, 2-1. И подход был неудачный, да. Ну и по протестам был неудачный. Ну, поэтому ничего страшного, потому что после приседания я понял, что никакой борьбы особо нет за первое место. Весь чемпионат особо никто не показал сверхрезультатов. И, наверное, две категории только показали, а по большому счету, в принципе, никто. Как судейство? Судейство. Неоднозначное, плохое. Я считаю, что судьи сегодня весь день, не только этот поток, допускает большое количество ошибок. Я себе вижу это так. Более того, есть еще момент один, может быть, его не все заметили. Судьи сидят на полу, а есть постамент небольшой там. Он примерно 25 сантиметров, но я боюсь, что вот эти как раз 25 сантиметров играют судьями более злую шутку, потому что они для подбеседов немножко чудят. Почему тогда жюри не отменяют? Жюри также видит ситуацию, да? Бля, я сейчас опять скажу, меня выгонят из федерации опять, блядь. То есть про жюри либо хорошо, либо ничего. Слушай, ну там сидит человек, один мастер спорта, девочка мастер спорта и писатель Ямало-Ненецкого автономного округа федерации. В общем-то, люди вполне себе компетентны, но я считаю, что они в том числе допускают сегодня большое количество ошибок. То есть как у спортсмена бывают плохие дни на соревнованиях, так и у жюри. Кажется, что да. Ну потому что ладно, это коллективное мнение разминочного зала. И понятно, что спортсмены всегда недовольны судейством, но сегодня
Мне кажется, это жесть, прям конкретная жесть происходит. Вполне возможно, что кого-то лишили проучить или научить снова приседать, может быть, еще что-то, я не знаю. Но мне кажется, что у нас с троеборьем экипировочным и так большие проблемы в связи с тем, что очень массовость низкая, а она рождает результат так или иначе. Из-за того, что отбор есть на соревнования, на чемпионат России, у нас очень мало людей выступает, там чуть больше 100 человек. Соответственно, плюс еще такое судейство. Ну, мы говорим о том, что надо экипировку надо наоборот возвращать и поднимать ее уровень снова, да? Потому что мы говорим, что это профилирующий вид. А у нас такие вещи происходят. Ну, не знаю, сомнительное судейство, правда сомнительное. У нас на помосте должен быть главным действующим лицом спортсмен, а не судья. А на сегодняшний день, вот сегодня такая работа судей, что у нас главные у нас судьи, а не спортсмены. А это всегда плохо для спорта, для развития спорта, для популяризации спорта. Два катного вес не защита. Больше всего порадовало жим меня в этом, в этих соревнованиях. Но ты же все-таки не установил свой рекорд, который хотел. Да, я не установил свой рекорд, но после нулевой оценки в Калуге на Кубке России, это была такая очередная реабилитация упражнений жим-лежа у меня. И, в принципе, без вопросов я выполнил первый подход 300 килограмм, второй подход 310 был еще легче. Ну и как, так как борьбы не было, повторюсь, мы с Александром решили поставить на третий подход 326,5 килограмм, чтобы улучшить свой же рекорд на 500 грамм. Вот. Но при опускании майка хорошо сидела плотно, но при опускании подломила на левую руку, прям видно, мне видеоролик есть, прям вот так ее подломила. Вот. И, соответственно, уже мимо траектории опустил и не пожал. Есть, конечно, подозрение, что левую руку подломило из-за того, что за 5 дней до чемпионата я удачно подскользнулся. Упал возле подъезда, да, подскользнулся, и у меня очень сильно появилась гематома, воспаление. Вот сейчас, может, видно, не знаю, нет, не видно. Чуть-чуть нет. Островатость не видно. К сожалению, неудачно. Подход, рекорд устоял, вес штанги 325 килограмм, потому что соглашается за сутки. Натягивай. Подавай. Удачный подход. Вес уже ушла, или что? Ассистент, это не жалко. А тяга, что с тягой? Да я не знаю, наверное, Дим, даже не могу сказать. Да не расстроился даже. Ну вот оторвалась, она так приваренная была. Я тут 275 улетела, а там на помосте 325 я еле оторвал. Ну хорошо потянул. Даже пошел посмотреть там, тот ли вес или тот нет. Тот ли вес, да, тот ли вес потом как пересчитали, все в порядке. Потому что я слабый, да, сегодня? Сегодня, да, я слабый. Сегодня либо присед, он забрал настолько много сил. Может, эмоции забрал, не знаю. Присед, конечно, боролись как и внутри, так и с судейством, и с собой. Потому что, уже прошло. Жень, неудачный подход. Боялся получить ноль вообще, в принципе, и вылететь вообще с соревнований. А я мог вылететь еще на приседаниях. В теории мог бы и на жиме вылететь. Но дошел до конца, стал четырехкратным чемпионом России. Ну, типа, я рад. Топинг-контроль был на этих соревнованиях? Да. Но у тебя не брали такой. Меня не брали. Спасибо. До свидания.
Собрал форму, которая была, по сути. Если посмотрите протокол сборников, то, наверное, только Маричев блеснул с точки зрения, прям, ну, он лазил на веса, на большие. Вот. Но это большой риск. Большинству сборников в отсутствии чемпионата мира в текущем году. Лучше поберечься, как мы все этому придерживаются. Видел, как сегодня судили в 105-й категории? К сожалению, да. На тебя это немножко давило? Ну, там, если посмотреть, как первый подход сел, мне кажется, так в жизни никогда не садился глубоко. То есть из-за этого ты сел глубоко? Ну да, как бы первый подход, как бы он, в принципе, всегда должен быть показательный. И первый подход ты обычно стараешься всегда сделать лучше всего, чтобы потом вопросов не было. Тренер тебе что-нибудь говорил по поводу судейства, когда он увидел, что да, происходит? Да, говорили все, мне кажется, по поводу. А что тренер сказал? Ну, надо садиться, что делать. Как бы, ну, я как бы не особо боюсь, вроде никогда особо проблем не было, чтобы мне присед не засчитывали. Бывало, раньше косячил, типа, без команды там что-то делать. В принципе, с заседом проблем особо нет. Но на тренировках есть, на соревнованиях не было. Просьба зрителей поддерживать спортсмена. Спокойно, Сема, спокойно. Вот и тыщ. И вы смелее, в отдачу. Оп! Ой! Умеренно справляться с 17 весом. И два года моя защита.
третий подход был с запасом, да, у тебя? Ну, я, честно, сам не ожидал. Просто в последнее время что-то спина как-то так не очень себя чувствует. Ну, сегодня хорошо прям было, да, согласен. Как думаешь, спина не чувствует, потому что веса немного большие, да? Ну, там на одной тренировочке момент был, чуть поясницу подсогнул и связки подрастянул, не знаю. Сейчас, вот сегодня, кстати, выступил, вообще сейчас ничего не болит. А, я уже стою, ноги просто не чувствую. Сейчас ротика будете снимать. Хорошо, что предупредил, я постою. Тебе страшно было 430, нет? Не, ну, чуть-чуть сыкотно, да. Я квадратик наложу на центр, закрою. Да ладно, там ничего нет. А шрамы оставлю. Семен, ты помнишь тот день, когда родители увидели эти шрамы впервые? Что они сказали? Честно, не особо помню. У некоторых возникает вопрос, особенно на медкомиссии где-нибудь. Владимир Владимирович, жалко, жалко подопечного, под такой штангой стоял. Да, опасался, потому что мы, в принципе, спонтанно решили. Мы хотели 20 денег встать, собрать сумму. Но когда у спортсмена появляется желание поднять больше вес, и он уверен в этом, почему бы не сходил? А до этого сколько он приседал максимум? 25. Рекорд России. Это на 5 килограмм рекорд России нью-йоркский. Ну, легко, да, встал? Ну, при данном судействе можно зачет. То есть у вас тоже есть что сказать про судейство? Или не хотите? Нет, судейство, так, оно есть. Бывают соревнования, когда судейства нет, когда считают, кому еще. Но здесь есть судейство. Справедливо, несправедливо, это не мне судить. Моему спортсмену справедливо. Вы очень дипломатичны. Не запрещенка? Разве запрещенка? Тогда снимаем. Ну, на платный хостинг. Продавай информацию, продавай. Ему. Добрый! Именно так запланировал. Прогресс неизбежен, поэтому, чтобы сделать два шага вперед, надо сделать шаг назад. Ты сначала год такой по-тихому готовишься, а потом вообще не готовишься и понимаешь, что как бы это, резервы, надо резервы заправлять, погреба заправлять и уже как бы на хорошей проработке, на чем-то готовиться. Потому что готовиться на тоненького, как я делал последний, может быть, ну, после Ставангера, после чемпионата мира в 2021 году уже нет резервов, поэтому надо накапливать резерв и что-то достойное показывать, потому что сегодня я доволен то, что я как бы технически что я сделал, вот, а по здоровью, ну, я не проработал интерьер. Насколько я знаю, вот это вот здание, это спорткомплекс Москва, вообще, в принципе, везет тебе здесь выступать, хорошо выступаешь, в кавычках. Ну, почему? Я тут... Очень хорошую Россию. Россию выиграл. По-моему, она была в 18 году. Я потянул 377 здесь, да, и присел 465. Так глубоко жопой в пол. Я больше такого присесть никого не видел, таких весах. Поэтому... Там даже судья был тот же. Ну, это мой самый главный фанат. Он всегда со мной. Где бы я ни был, он всегда рядом. Так что он тебя преследует. Он просто сегодня недостаточно мне... дал посыл, а так бы я бы еще больше поднял. Главный вес защита. Начинаем третий раунд. Thank you.
Две штанги 250 килограмм Саянского кроме города Москвы. А в жиме что не хватило в третьем подходе-то? Да нет, да у меня всю подготовку плечи ныли. Во-первых, грудь ныла и плечо. Я первый пожал еще, что как-то там опустил низковато, плечо как будто чуть хрустнуло. И так немножко сыкотно было на второй даже идти. Ну, 305, может, пожал бы, но решили чуть добавить, попробовать, на рекорд сходить. Я с Андреем Коноваловым общался, записывал интервью, спросил про Духшанина. Он сказал, что в следующем году, скорее всего, придется как бы готовиться уже в полную силу. Я на это надеюсь. Я тоже буду в полную силу готовить. Сейчас надо вот плечи маленько починить и в жиме добавить. Ну, по факту, сейчас только в жиме-то отрыв и есть у него. Он говорит, что тебе нужно добавить еще лишнего веса, можно накидывать. Ну, не лишнего, а хорошего лишнего веса. Вес потихо растет, да. Как бы на прошлой России, сколько там, 42, наверное, был. Тут сейчас 47 уже. А сколько надо? Надо? Не знаю, сколько надо. Как получится, как бы. Я не то чтобы сильно стараюсь набирать. Просто ем, когда хочется, и все. Семен Духшанин, что скажешь о нем? Ну, очень хороший тяж. Прям вот я помню себя в юниорах, как только вышел с юниоров. Где-то очень похоже, там еще мясо накидывать и прорабатывать. То есть я не вижу пока горизонт, куда бы он мог упереться. У него очень грамотный тренер, который его ведет. И, собственно, я вижу, за ними будет прибавка, так что уже через год, я думаю, уж настолько готовился, как я готовился к этой России, как бы, ну, не получится, больше груз ответственности, это мотивирует. То есть ты намекаешь на то, что уже выиграть будет не так легко? Ну, нет, дело не то, что не выиграть, то есть он непредсказуем по прибавке. То есть если Макс Прохору я как бы читал с точки зрения его готовности, когда мы с ним зарубались и по классике, и по экипе, мне было понятно, что от него ожидать, то этот парень, он может прибавить и там килограмм 20-30 в сумме, а может быть и 70. То есть у него такой возраст, когда тяж вот только-только распускается. Я по себе помню, я в его возрасте прибавлял и по 95 килограмм за год. То есть я понимаю, как и почему это может быть. И если это может быть, значит, к этому нужно быть готов. Поднимает хорошо, уверенно прибавляет с каждым стартом. Мне кажется, они чем-то плохом поют. Ругаются, ругаются. Представитель команд Красноярского края города Москвы. Кроме того, чтобы однажды когда-то победить Андрея Коновалова, какая еще цель есть? Может быть, в килограммах? Ну, есть какие-то там цифры в голове, но пока еще непонятно. Хотел вот на этих соревнованиях тонну 100 попробовать поднять, но чуть-чуть не хватило. Международных соревнований ждешь или тебя это особо не надо? Жду, конечно. Это самое интересное, что в пауэрлифтинге есть вообще. Выступить на международных соревнованиях, да? Ну да, хотя бы по юниорам. Как бы мне вот в этом плане вообще не повезло. Я на получается ездил всего 3 раза. Хотя как бы мог раз 6-7 точно скататься. То корона, то что-то еще вот сейчас. Эта ситуация. И постоянно что-то не хватает. То санкции тогда должно было быть в Америке. Мир тоже не поехали. Я вот считаю, все юниорские годы только на России выступал. Один раз скатался на международные. И все. В этом плане очень обидно. Я в штанге 350 килограмм, но он помешается. Заслуженный мастер спорта Андрей.
И голове! Не, ну выступил хорошо. Для формы, думаю, вполне достаточно. В жиме, конечно, вот подходик один жалко. Ну, в голове чуть выше сумма была, конечно, но достойно. Добавил хорошо с прошлого года. Получается, на прошлой России тонна 25 сумма была. А сейчас? 80. Ну, это много. Еще чуть-чуть, и можно будет зарубаться. Зарубаться с Андреем Анатольевичем? С Андреем Анатольевичем. То есть это сейчас твой главный раздражитель, главный ну, мотиватор? Ну, конечно, надо как-то его маленько подтолкнуть, чтобы он тоже начал на три подхода работать уже, а не на два, как всегда. Ну, ты не боишься, что пока ты будешь прогрессировать, он уже закончит? Честно, боюсь, потому что я не помню, когда в конкуренции последний раз выступал. По юношам, вот Шерстнев появлялся, по юниорам точнее, тоже убежал. Ну, видишь, получается, когда ты появляешься, у конкурентов что-то не ладится. Я не знаю, я, может... Я ушел. Коновалов что-то... Коновалов возраст уже, конечно, но я надеюсь, он еще за конкуренцию зарубится со мной хоть немножко. Получается, что тебя мотивирует именно конкуренция? Ну, конечно, как бы, не, личные результаты тоже, как бы, хочется мастера когда-нибудь, чтобы присвоили. Про международника вообще уже не говорю. А что не хватает для мастера? Участников? 5 человек минимум. Когда это было последний раз, я не знаю. Вот на кубке подавали, почему-то не присвоили. Там, не знаю, ну было все, типа и количество человек, и поднял, и допинг даже взяли. Я не знаю, почему не присвоили опять. Я мастер в 2019 году поднял.